с визитной карточкой детского сада, познакомиться с сеткой занятий, с режимом дня. Свои рекомендации и консультации здесь же родителям предлагают специалисты детского сада, медицинский персонал. Тут родители могут ознакомиться с результатами продуктивной деятельности детей. Учитывая свободное пространство комнаты, здесь же мы сосредоточили спортивный центр. Пожалуйста, я сейчас открою и вам покажу все. Так. Атрибуты для физического развития детей имеются у нас. Имеются мягкие модули разной формы. Поскольку одна из целей воспитания гражданской позиции детей, на стенде расположена государственная символика. Пожалуйста, проходите в группу. 80% детей усваивают материал путем зрительного восприятия. Поэтому учебная зона, различные плакаты, иллюстрации, таблицы у нас расположены на уровне глаз ребенка. В центре математическая игротека сосредоточен материал на развитие математики и логики. Группа оснащена музыкальным центром, DVD, телевизором. В уголке патриотического воспитания находится материал для расширения представления детей об округе, о нашей стране, о родном городе. Центр изобразительного творчества располагает детей ознакомиться с произведениями народного искусства, воплотить свои творческие возможности, используя широко разнообразный бросовый и природный материал. В центре сенсорного развития подобраны материалы и пособия, опознать которые дети могут с помощью органов чувств. Рядом находится мир природы и человека. В центре речевого развития сосредоточен материал на развитие логического мышления, на развитие артикуляционной гимнастики, пальчиковой гимнастики, на расширение словарного запаса. В уголке природы дети имеют возможность наблюдать за рыбками. Создавая предметно-развивающую среду, мы не забывали о том, чтобы дети не потеряли чувство защищенности и безопасности, и, устав от окружающих, смогли перебраться в тихий книжный уголок и полистать свои любимые книжки или просто помечтать. Благодаря удобной мебели весь строительный центр мы собрали в одном месте. Здесь же рядом на стеллажах находятся дидактические настольные печатные игры, развивающие. Надо отметить, что все сюжетно-ролевые игры в нашей группе мы распределили с учетом половых различий. В группе в основном находятся игры для мальчиков. Развернутые сюжетные игры «Магазин» и «Кафе» привлекают детей своим изобилием сюжетных атрибутов. В музыкальном центре, пожалуйста, посмотрите, находятся музыкальные инструменты, наглядный и дидактический материал для развития музыкальных способностей детей.